Нет, малыш, спи еще, уже совсем скоро. Вашей дочери сейчас примерно столько же лет, сколько было вам в момент аварии. А мы завтра опять летим к дедушке. Не бойся. Никогда не летал в таком пустом самолете. Путать реальность с кошмаром. Это все она. Кто она? Старуха. Я думаю, что она хочет закончить начатое.